Эй, мистер Фриман, у меня для вас были кое-какие сообщения, но минут 20 назад у нас случилась неприятность. Вышел из строя сервер, и я до сих пор не могу восстановить свои файлы. Кое-какие неприятности произошли в испытательной лаборатории, но я надеюсь, что все обойдется. Надеюсь, вы получите все сообщения, как только мы восстановим систему. Большинство результатов моделирования довольно хорошо подтверждается, знаешь. Фриман, я жду сообщений чрезвычайной важности. Господи, эй, прекрати! Что же это делается-то, а? Давай, Гордон, ты что, хочешь меня подставить, что ли? Фриман! Сейчас меня нельзя отвлекать. Пожалуйста, оставь меня в покое, пока я не закончу опыт. Доброе утро, сэр. Ну что, Фриман, сегодня великий день. Образец был только что доставлен. Привет. Извини, Гордон, я занят. Тебе просто нужно подождать до конца проверки. Господи, что же это делается-то, а? Это лишнее. Вы не у того шлюза, господин Фриман. Вы же знаете, что я не могу вас пропустить туда. Да, пожалуй. Отлично, что я тебя встретил. Сейчас меня нельзя отвлекать. Извините, но у меня четкие приказы не пускать вас внутрь без защитного костюма. Доступ запрещен. Извините, мистер Фриман, я на службе. Пожалуйста, оставь меня в покое, пока я не закончу. Приветствую. Тебе просто нужно подождать до конца проверки. Господи, что же это делается-то, а? Почему мы все обязаны носить эти дурацкие галстуки? Надеюсь, что характеристики локализации являются номинальными. Здравствуйте, это система защиты HEV модели 4 для использования в агрессивной среде. Ударопрочная броня включена. Датчик отравляющих веществ включен. Контроль
состояние организма. Включен контроль количества боеприпасов. Извини, Гордон, включен. Я занят. Переговорное устройство включено. Система выбора оружия защиты включена. Система жизнеобеспечения включена. Безопасного вам дня. Так я и думал. Замечательно, сэр. Извините, мистер, я не могу отлучиться со службы. А разве нельзя это сделать потом? Если я когда-нибудь это сделаю, извините, мистер, я не могу отлучиться со службы. А, Гордон, это ты? Мы только что начали тестировать образец. Хотя мы уверены на все 100%, но нам необходимо особое разрешение. Кажется, начальство таки думает, что мы сегодня сдадим окончательные результаты исследования образца. Но сдается мне, что они немного опоздали. Гордон, мы ждем тебя в исследовательской лаборатории. Доступ запрещен. Привет всем. Давай быстрее, ситуация критическая. Черт возьми, что происходит с нашим оборудованием? Раньше надо было думать. Извини, Гордон, я занят. Тебе просто нужно подождать до конца проверки. Да, но у нас есть на это причина. Ведь нам предоставляется уникальная возможность. Ведь такого чистого образца я еще и самый изменчивый из всех, что я видел. Доступ запрещен. Доступ запрещен. Теперь, если меня применить нельзя плавную процедуру анализа... Ну, не знаю, как ты можешь такое говорить. Хотя и не исключаю, что логично. Гордон не должен узнать ни слова, что мы здесь говорим. Он специалист высокого уровня. Мы ручаемся головой, что все будет в порядке. Ты прав, Гордон. Мы в тебе полностью уверены. Пожалуйста, оставь меня в покое, пока... Хорошо, извини, Гордон, я занят. Хорошо, продолжайте. Хорошо, Гордон. Образец будет у тебя через несколько секунд. Если будешь так добр, что поднимешь задницу, то нам удастся выяснить почти все.
Отлично, мы возьмем его отсюда. Отойдите. Раз, два, три. Я наблюдаю предсказанную ранее реакцию. Платформа 2 сейчас будет активирована. Гордон, мы не можем сказать точно, сколько будет работать система на этом уровне. Мы также не знаем, сколько будет продолжаться считывание. Так что работа с максимальной скоростью и отдачей. Верхнюю границу установить на 1 или лучше на 5%. Да, на самом деле это как раз не проблема. Вроде небольшой неувязочки. Это... да. Хотя нет, все в порядке. Гордон, мне только что сообщили, что образцы готовы. Посмотри систему доставки, чтобы получить образцы. Поиск нестандартного образца. Продолжай, Гордон. Ставь транспортер. Гордон, отойди. Быстрее, быстрее. Пытаюсь выключить. Выключаю. Не выключается. Не могу заблокировать.